Анонс и точная дата выхода 11 серии 4 сезона сериала «Гранд». 11 серия сериала выйдет на интернет-площадке Star.ru 13 ноября. В новых сериях мы увидим, как невероятные события ожидают героев, затрагивая отношения главных персонажей сюжета «Отель Элион». Михаил Джекович вновь будет переживать бурные отношения с Софией Яновной. Их роман – это целая эпопея с кучей невероятных моментов. Новым хозяином отеля станет эксцентричный состоятельный бизнесмен Лев Федотов, выкупив долю у Элеоноры Андреевны. Жизнь внутри этого заведения кипит, бурлит, переливается новыми красками интриг, любви, ненависти, карьеризма. Сеня с Федей, едва набравшиеся опыта на кухне, пожелают создать свой бизнес на колесах, подвергнувшись невероятным проблемам предпринимательства, незнакомой, но такой заманчивой сферой деятельности. Студентка 5 курса Алтайского университета туризма давно мечтает стать управляющей собственным отелем. В мечтах девушки это занятие светится интересными перспективами. А пока она становится предметом пристального особого внимания декана факультета, поэтому сбегает к родственнику, работающему на владельца Федотова. Девушка начинает простой горничной, но очень быстро становится помощницей главной горничной. Затем карьера сибирячки стремительно взмывает вверх, и Ксения Завгородняя уже командует целым этажом. Появляется новый молодой управляющий Станислав Сырский. Весьма толковый, перспективный молодой человек, пытающийся навести порядок, но сталкивающийся с неприятным коллективом и многими другими преградами. К лету Лев Глебович открывает новый эко-отель, ставя управляющей делами Ксению. Помимо хлопот с открытием, у мужчины появляется неожиданно очень строптивая дочь Маргарита, уже имеющая проблемы с законом. Напомним, 11 серия сериала выйдет в эфир на интернет-площадке Star.ru 13 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.